Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Сегодня побывала в двух фикс-прайсах, зашла в Галамар, там все поснимала, ну, как бы так, ничего особенного. Что я купила? Купила, быстренько покажу. Чистин 55 рублей стоит, литр, 750 грамм. Устраивает, так как чистит, дезинфицирует, это все прекрасно. Далее, купила такие печенья, мне они очень нравятся. Это я так держу вес. Значит, микс печенья с мягкой сливочной карамелью вафельной крошкой. Очень вкусно, вот, честно скажу. Очень вкусная зараза. Ну, я это буду растягивать надолго. По чуть-чуть постараюсь. Далее, купила вот такой батончик с карамелью. Решила попробовать. Что-то все так, знаете, батончики протеиновые. Попробую хотя бы одну. Вроде как с кокосом брала или не брала, сейчас уже не помню. Ну, в общем, что-то, знаете, я не помню. Ну, что-то такое вот. Значит, мороженое Артек 26 рублей стоит. Вот такой вот. Пломбир мне очень нравится, он очень вкусный. Можно сказать, самое мое любимое мороженое с фикс прайса. Далее. Купила два таких скраба для тела. Мне очень нравятся вот эти скрабы. Скрабики. Так как мылом я пользуюсь, но который мне Оленька сделала, но я вот так это экономлю. Вот. Это я не к тому. Оля, ничего не подумай. 55 рублей стоит. Вообще прекрасная штука. Одни купила, значит, анцеллюлитный лимонно-солевой моделирующий. Вот. Ну, и, конечно, в это все чудеса наберу. Вот. И вот такой вот скраб для тела, лифтинг эффект кофейный омолаживающий. Вот такой вот. До этого я тоже брала там раз, другие, мне они тоже понравились, поэтому я это все покупаю, решила попробовать что-то другое. Вот. Далее решила, ну, все-таки попробовать. Ой, ложечку не взяла. Вот такой протеин фрутис, он стоит 25 рублей на штучку. Здесь сколько? 200. Ага, сейчас, 150 грамм. Вот, взяла клубника, питательный завтрак. И ананас папайя. Вот. Сейчас попробуем. Так, ёлочка. Ложечку возьму. Ложечка. Так. Вот, попробуем клубничку. Вот. Протеин. Знаете, мне нельзя ходить в магазин голодная. Я была голодна. Я такой утром позавтракала. И все. Это все. Умника. Знаете, я почему-то йогурт не очень люблю. Да, вот так вот сложилось. Сейчас мы это попробуем. И единственное, знаете что? В магазине я не посмотрела срок годности. Я сейчас тоже смотреть не буду. Ну нафиг. Так, вот одна открылась. Мама дорогая, да что ж ты мне время тянешь-то? Да посмотрите, я тяну, а она прям тянется с этой пластмасской. С какой мне стороны открыть? Что же вы так запаяли-то, припаяли? Приклеили-то? Придется так. Ну так, вот так. Вот это да. Вот это да. Ну что ж ты... Еще и влезла-то туда. Ну все, все. Ой, цвет какой красивый. Что-то он так ярко смотрится, но на самом деле он не ярко-желтый. Нет. Цвет он такой кремовый такой. Вкусняшка. Там еще была с черникой. Ну, правильно сделала, что я взяла с папайи. И с ананасиком. Вкусняшка. Меня извините. Вот. Ложечку туда. Где? Что взяла из новинки? Из новинки взяла. 77 рублей стоит. Блин. Вообще 100 листов. Листы отрывные для заметок. Ой. Так, животные, то у вас не дозовешься, то вы тут сами. Иди ко мне на ручки. Соскучились, да? Целый день меня не видели. Я с самого утра на ногах хожу с 10 утра. Сейчас у нас время
почти 3 часа. Ой, я не знаю, кто я трансляцию провести. Так, сегодня у нас 24-е. Подать духом. Так, вот такой. Такой типа красивый. Знаете, взяла и тут же думаю, у меня столько всяких для записей. Он нафига. Ну, вот так. Дочери говорит, ну тебе надо? Ну, не, не надо, мне есть. Я ж подарю. Вот я. Вот я Матильда. Ладно, я уже оторвала. Ты ёшкин матрёшкин, еще и не так присобачила, понимаете, некрасивой стороны. Сегодня у меня какой-то день, понимаете, вот все вот из рук валится. Вроде все, и чувствую себя хорошо, и настроение хорошее. Правда, поворчала видео. И такая хрень. Ой, не знаю. Да. Я женщина в возрасте. Ой, еще и наклею не так. И дуркую. Не пишите мне, что вы там кривлятка или еще. Да, я такая и буду. Возраст. Возраст этому не помеха. Так, вот такая новиночка осталась. Последняя. В других фикс-прайсах я этого не видела. Может быть, знаете, я же как? Я же везунчик вообще сегодня. Была фикс спроси на 48, Будапештская, 48. Там тоже коробки. Отдел 1 вообще был закрыт, я уже второй раз так попадаю. И здесь коробки тоже на метро, которые, думаю, да что ж ты, ё-моё. Прям вообще безобразие какое-то. Вот. Значит, это вот такая маска, пленка для лица. Detox Life серии живые маски, формула маски, пленки для всех типов кожи. Значит, киви, клюква, витамин С должно быть, чтобы не было морщин на лице. А, янтарная кислота еще есть. Гладкое сияние, преображение кожи. Прям пипец-пипец. Вот. А, вот такое настроение, потому что... Потому что... Состав. Значит, способ применения. Ну, нанести маску пленка на предварительно очищенную кожу лица, равномерно распределите тонким слоем, избегая области глаз, губ, волос и бровей. Оставьте средство на лице до полного высыхания. 10-15 минут медленно снимите, аккуратно отделяя края маски от кожи. Аккуратно. А если не аккуратно, что будет? Кусками отваливаться. Угу. Вот такая вот масочка. А как представлено, что здесь типа еще какая-то есть. Это если у вас жирная. Для нормальной жирной комбинированной кожи. Используйте маску пленка лица. Вот такой. Вот в зелененьком виде. А это вот такая вот. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот такой тюбичек. Небольшой. Сколько здесь грамм? 75 миллиграмм. А, и ладно. Так, какая жидкость у нас? Ну, я думаю, что она будет прозрачная, белая. Фиксом 2. Наверное, тут заделано. Все чин-чинарем, видите. Зафольгировано. Не подступишься. Все ж такое-то. Сегодня все. Вот все сегодня. Вот все заделано. Так. Фиг откроешь крыло. Так, какого цвета? Ой. А, ну прозрачное, белое прозрачное. Ну, это даже на пальце не видно. Мы сейчас это все делаем. Вот так вот. Я потом попробую. Вот, я раньше пользовалась Грин Мамой. Ну, вот такой вот маска пленка. Мне она очень нравилась. То есть, именно Грин Мама. Сейчас посмотрим, как вот это будет. То есть, ее наносишь, она высыхает и берешь. Правда, надо тонким, потому что если толстым, она как следует не высохнет. Будешь оттирать это все, вот это смазывать. Вот. И она вообще, если правильно намажешь, вот так вот, вот равномерненько, тоненьким слоем, она отделялась очень хорошо. Какие-то другие я покупала маски, пленки.
Вот уж там это было пипец. Просто такое ощущение было, что оно въедается в кожу, ты ее берешь там, отдираешь. И поэтому я надолго этот все процесс забыла. А это я решила вот так вот. Решила, дай-ка я попробую. А дай-ка я попробую то, что это Россия, Москва. Главное, не Китай. Вот не знаю, почему. Вот, вот такие у меня сегодня были покупочки. Снова она покупала пирожку. Боже мой. Ну, вы посмотрите, а. Тут какие-то постные. Два пирожка с капустой, с яичком. Ну, в общем, капец. Я держу вес. Ну, это моя еда. Больше ничего есть не буду. Йогурт. И... Так, уходим. Отползаем от этой темы. Все, конфетки мороженое. А, еще конфеты мороженое, батончик. Ладно, все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что зашли на мой канал. Спасибо огромное, кто подписался. Кто со мной долго, да, и те, кто, знаете, вот те, кто ко мне подписывается, просит о взаимной подписке, я подписываюсь. Но если я через несколько дней захожу, обнаруживаю нового подписчика, который подписался, и себя не обнаруживаю у него подписчиков, ой, что он как бы на меня подписался, я отписываюсь. Потому что, знаете, так тоже. То я обнаружила как-то раз, думаю, оп, опа, что думаю, куда ты делись? Три подписчика. Вот. Ну, думаю, интересно, кто. Давай-ка это как бы... И пролистала, походила, смотрю, опаньки, на кого я подписавши была. Те люди... Ну, я нашла только двоих, двое отписались. Ну, как бы так, это они не так давно на меня были подписаны и просили о взаимной подписке. Ну, естественно, я писала, думаю, что я. Ну, вот. Ну, и, соответственно, я, конечно, хотела бы, знаете, вот так. Я честный подписчик. Я, если я подписалась, я не отписываюсь. Только если я вижу, что от меня отписались, думаю, ну и до свидания. Вот. Ладно, все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Еще раз. Желаю крепкого здоровья. Не болейте. Еще не высохло. Вот, не болейте. Забыла понюхать-то. Ничего такого принтерного не пахнет. Принтерного. Ладно. Все. Значит, не болейте. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек почаще. Уделяйте внимание. Звоните. Они недолговечны, к сожалению. Потом будем жалеть, страдать, переживать. Что-то упустили, что-то не сказали. Мы что-то не сделали. У каждого свое, правильно? Вот, ну и также берегите своих деточек, растите из них личности, чтобы они не были забиты вашим авторитетом. Нельзя так, они должны иметь свое мнение, они должны отстаивать свое мнение, они должны уметь за себя постоять, а не то, что вы за ними не будете везде ходить и все делать и отстаивать. Так нельзя. Вот, значит, сказала так, которая в школе все время защищала. Но защищала, потому что моя дочка... Если она была права, она начинала себя отставить и защищать. Потом я приходила и разбиралась. Но это ладно. Вот. Мира во всем мире. Дружба между народами. Уважение и взаимопонимание между разными вероисповеданиями. Всем до свидания. До новых встреч.